Всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение мода Primal Fear. У нас появился Альфа Феникс, я хочу себе Апекс, потому что в комментариях расписали его прям как вообще чудо чудесное. Апекс Кибл, Elemental Egg, две штуки, вяленое мясо, кукуруза. Ну, вяленое мясо я поставил, да, на крафт. Оно у нас делается здесь, даже есть 4 штучки. А вот Elemental Egg у нас одни самцы. Они, как известно, яиц не несут. А, Fire Megaraptor, точно! Он же у нас Elemental. И он самочка, отлично, отлично. 3 яйца есть, ждем еще. И плюс нам надо вывести Альфа Индоминуса Рекса. Ну, еще Дрейк ждет своего часа, Апекс. Значит, все гораздо проще. Какие-никакие яйца у нас будут появляться. По ресам уже смотрится более-менее приятно. Приятненько. И на самом деле, я знаете, что думал? Либо Elemental турели поставить. Мне в комментариях про них писали, что пауч, ты игноришь их. Я просто боюсь заагрить сюда. Если кто-то тусуется рядом, допустим, вот этот тег Раптора лютый, у которого там миллион хп, или еще кто-то, он, в принципе, ходит за забором и ходит, ему на меня пофиг. А если турель по нему постреляет, то он обязательно зайдет. Поэтому либо я делаю тег-купол какой-то, я не знаю, есть такой в моде или нет, либо вообще крышу большую, какой-то навес. Ну, либо турели, но их надо прям много. Primal Auto Turrell, Apex Blood, цементная паста, использует Primal пули. Так-то это не очень дешево получается. На каждую пульку надо пулю снайперской винтовки, слиток металла, 5 цементной пасты и 10 пороха. А там надо положить по 1000, да, наверное? У меня сейчас есть одна. Можно поставить турель, которая стрельнет одной пулей. Но есть 30 еще обычных. Так, сетки ни на кого не работают. Я их дома оставлю. Ну, по крайней мере, на ком я пробовал. Возьму 3 блатных хилки, возьму себе хилки. И, наверное, я почищу мир командой. Можно, в принципе, и няню поставить. Мне кажется, у меня 20 волос уже будет. 18. Ну, 2 волоса. 2 это вообще изи. Ну и, наверное, вот здесь я их поставлю. Если честно, прям сильно не нравится, как лагают... Вот стыки между фундаментами. Я думаю, вы должны заметить. Вот я смотрю на перекрестие прям. Дрейк. Одна секунда. Сразу клеймим. 740-й. Хорош. 179 тысяч. Но у нас нет красных кристаллов, напоминаю. Мне сказали, в вулкане они есть внутри. Окей. А где вулкан? Где, блин, вулкан здесь? Ну ладно, поищем. Опа, приветули. А здесь у нас что? 520 тысяч. Хорош. 102 в урон, 115 вес, 102 в хп. Ну, не самый худший вариант. У нас Индоминус. Рок Дрейк. 91 в урон. Но зато много в здоровье. Это очень плохо. Самый низкий показатель у него урон. Ну ладно, окей. Оставляем их выращиваться, наверное. Но я на него могу сразу сделать седло. Без каких-то вопросов. Скальный Дрейк. Селестиал. О, Селестиал Дрейк. Альфа Апекс. 325 красных самоцветов. Прям супер недешево. Но у нас есть что? У нас есть кирка почти на 600%. Должно помочь. В режиме ждуна подождал до 12 следующего дня. У меня теперь 6 яиц. Могу сделать 3 кибла. Наверное. Но это не точно. Апекс кибл. 3 штуки. Да. Взросление 0,2%. Он не рос все это время. Ну давайте выпустим. Может быть что-то надо настраивать, чтобы он так рос. Ладно. Здесь стой. Даю 100% гарантию, мы вернемся на базу. Здесь будут боссы, и они будут его убивать. Вот у меня чуйка прям. Че? Блин. Это прям супер жестко. О, арбалет готовый на 600%. Дробаш еще один. Омега кровь. Одна штучка почему-то. Как она здесь вот оказалась?
Ну и пульки. Пульки хорошо. Так, ребят, ничего личного. Just a business. Вылетел из дома. Просто полные карманы уже всего. Ништяк. О, Origin Raptor. Блин, 300 миллионов. Это мне не под силу, к сожалению. Вроде вылетаешь на Фениксе, всех мочишь, потом видишь кого-нибудь вот такого на 300 миллионов и думаешь, блин, капец, я слабый. А он там еще и Мантикора. Ну, в принципе. А что нам мешает? Давайте-ка вылетанем ее разок. Ой. Ой-ой. Давай-давай, родненький, ты успеешь. Я тебя потом похилю. Хорош. Я умер, Феникс нет. А в Фениксе нет метки, да? Я же ее не ставил. Ничего не говорите. Ничего не говорите. Так, метки. Парочку. На ком я долечу туда быстро? На Грифоне? Да. Давай, родненький, лети как ветер. О, Ферокс. Который лут, да, Ферокс? Или как там его называют? А Феникс-то не на пассивке, да, у меня? Это хорошо. Если что, ультанет и все. Он тут всех положил. Ой-ой. Селестиал Виверна. В принципе, наверное, вот с таким фармом можно уже отключать Ноксиус живность. Мне кажется, я смогу пулями всех приручать. Это будет веселее. Я все равно уже не использую. А спавна не сбивают. И, наверное, вам посоветую так тоже сделать, когда доберетесь до нормальной винтовки, до нормальных пуль. Просто отключить Ноксиус существ. Вот я вылетел из дома, чуть-чуть полетал. У меня уже 55 обычных, 26 синих. А вулкан это где-то здесь? Ну... Не знаю. Это лететь надо туда, да? 360 Apex Seeker. Я его убил. Так, это у нас какие? Красные самоцветы. Я, кстати, перегружен. Велонозавр. Что здесь происходит, простите? А, вот оно, да, все. Добро. Капец, тут дичь происходит. Пятьдесят семь. Очень мало. Ты чё, зверюга? Он очень быстрый какой-то. Пассивка. Сделал дело, гуляй смело, да? Мы еще не сделали. Вот теперь, наверное, набрал. На одно седло. Да. Ну, как будто бы опять в камне застрял. Ой, тут яйца магмозавров. Нет, брат, не надо. Кусается больно. Что-то такое с синеньким там мелькает. Мне аж чуть-чуть страшно. Как бы не селестил. А что там такое? Мелькает. У меня как раз на этого сикера 3 кибла есть. Ой! Я ж тебя не убил, брат. Почти. Прости, пожалуйста. Но они жестко прям мешались. А я его там смогу приручить? Он же в лаву упадет. Давайте, была не была, как говорится. Не, вроде нормально. Но меня немножко смущает вот этот селестиал. Давай я тебя где-то здесь оставлю. Попробую пешком по лаве пройтись. Стремно, конечно. Какой-то он, ну, прям вообще там крыльями машет, как стрекоза.
Так, на. На. А, он типа застрял. Да, он застрял. Мне пока приручать нечем. Один кибл. Блин, вообще кайфово. Был бы кибл, я бы обязательно приручил. Но, увы. Ну, пара мелких там тусуется. Окей. А, жнец. Действительно, максимально обычный. 17 тысяч урон. В принципе, за себя постоять может. И то хорошо. По идее, надо было идти на грифоне, потому что если улей будет где-то наверху, я хотя бы залутать смогу. А вот здесь ходит капитан с пушками. Не сагрится же. Отвалите. 5 меда. Маловато, наверное. Себя положу. Еще один. Ну, нет, не сейчас. Я просто их порчу тем, что убиваю. Мне рецепты не нужны. Мне нужны готовые вещи. Загораживаешь. Во, нашел. А вот где еще? Ну, вот где-то здесь тоже на скале. А, вот еще. Ну, ладно, в принципе, мне уже хватит пятнашки на первое время. По-хорошему, конечно же, свой улей надо сделать. Но привязка пойдет. Я уверен. Опа. Кто-то жнеца рядом убил. Блин, я вот не помню, но, по-моему, в каком-то моде яйцо, полученное таким образом, выращивалось без привязки. Вот как я убил родителей, выпало яйцо, я его забрал. Но не уверен, что это Primal Fear был. А, вот. Все, привязка есть. Уже успел немножко припугнуться. Но все срослось. Наконец-то. Вообще, я думал, что это у меня Апекс. Но это Альфа. Соответственно, Апекса еще предстоит приручить. Его надо похилить. Ну-ка, чекнем. 10%. Здоровье... Ну, 1 200 000. Остальной урон. Сейчас я посмотрю, хватит ли у меня ресурсов прокачать седло. Ну, погнали. Было 60, стало 60.9. А нет, 40 было, 40. Простите. Еще 1300 кожи. Ну, нет, нет. Даже если бы она была, я бы, наверное, не сделал это. На метку. На седло. 84. Ну, чуть-чуть большего я ожидал. Рычит, конечно, классно. Икс. Это он орёт, да? А, я призвал. Во. Ну, такое. Не уверен уже, что я пойду на нем спокойно гулять. Плавает. Он вообще не плавает, да? Ну, какие-то мелочи пофармить можно. Но если кто-то серьезный попадется, только убегать. Вот с проматерью я бы мог подраться. Больно бьет. Но терпимо. Не справлюсь же, да? Почти на 100% уверен. Ну, по 13 тысяч нормально. Он слабенький. Придется покусать, конечно. Они даже не могут его ударить. О, миньона он ударил на 54, если что. Могу вот сюда обстрелять, наверное. А, он обычный. Кстати... Уровень. А, он совсем маленький. Совсем малютка. А призывается, по-моему, рандомно, если не ошибаюсь.
Да, призываемая версия. Я не знаю, по-моему, рандомный призывается, но его еще вырубить надо. Я знаю, что вы уже написали мне комментарий, что я забыл. Но у меня бывает. Все, дружок. Но он будет расти быстрее, так что ничего страшного. А я бы, знаете, что сделал? Так, здесь всем пассивку на всякий случай. Ну, просто чекнул бы, сколько оглушения у этого капитана. Может быть, появляется ли он рандомного уровня. Если он появится также 80-й, то, скорее всего, и фиг с ним. Погнали. 400-й он рандомный появляется. Так, надо как-то поровнее встать, что ли. А чем он? А, он спешл киблом приручается. Вот оно что, Михалыч. Два спешл кибла. А у меня появились яйца? Блин, случайно поднял. Альфа, элементал. Так, а ты где? Он дрался. Все. О! Ах ты ж говно! Осуждаю. А, он еще жив. Он еще жив. И вроде никто не хочет меня сожрать. Один кибл. Одно зелье. Есть. Идеально. Не знаю, надо ли мне вообще тратить такие пули блатные. Наверное, немножко мы поменяем. Да, не надо. И так все ок. Так. Держи. Зараза, меня обворовали, что ли? Нет, вроде в последнем слоте все на месте. А Дрейк-то вырос. Дрейк. Альфа Апекс. Апекс хайд, в смысле. I'll be back. У меня был случай в видео, по-моему, или в Эльдорадо. Я подошел спросить, там продавец такой странный немножко. Он подошел спросить, не подскажете мне там мышку? Но вот он стоял возле кассы и подсказывал каким-то людям, там что-то рассказывал, объяснял, что-то там у них там какая-то аппаратура, что как настроить. Я говорю, а есть еще продавцы? Он такой на меня голову поднимает. А что вам, типа, надо? Я говорю, да, мышку выбрать. Он такой на них смотрит, на этих людей. I'll be back. И уходит со мной. Они просто в шоке были. А можно мне апексов немножко насыпать? Фу! У, каким чудом меня пронесло. Я все думал, до свидания. Ну, естественно, на прокачку седла у меня ресурсов нет. Можно даже губы не раскатывать. Так, зато есть на его прокачку ресурсы. Прожимаем. Здоровье сразу качнем. Ну, хотя бы вот так, 400. На тебе хилочку. У него нет никаких способностей, просто укус. Ну, как бы и хорошо, и вроде и мало. Наверное, когда-то, когда я его только приручил, если бы он у меня появился, то, наверное, я был бы очень доволен. Ну окей. Это у нас самец опять.
Два яйца. Хорош. Ультра-мега хорош. Делаем Special Kibble. Вот он. Две штуки. И пробуем. Так, это у нас Феникс. Можно я загляну? Я еще не уверен, как он вырубаться будет. А то, может, очень плохо. Это же все-таки голем. И вообще, да, вот он ходит. По 6, по 7. Не знаю, хватит или нет. Есть вопросики некоторые. Под расчет практически. Так, Kibble. Тем Helper. Есть. Не самый топовый, конечно. Но 600-й практически. В принципе, по нему я пойму, нужен он мне или нет. Искать топового. Или нафиг надо. Но, по-моему, у него вот эти пушки были не очень удобные. А вообще, могу ли я сделать седло на него? Вопрос. А, ну изи вообще. Я не то, что могу сделать. Я еще и прокачать его, скорее всего, смогу жестко. Апгрейд. Апгрейд. Какие-то звуки на улице, мне не нравятся. Апгрейд. Все. 220 брони. Он прям хилый пипец. Просто никакущий. А что у тебя там? В урон 84. А, это он призвал. Серьезно? Вот эту мелочь? 500. А, о, вспомнил. Их попадешь, называется. Как будто бы понерфили. По-моему, раньше даже сильнее было. Как вообще стрелять? Куда целиться? Сейчас посмотрим. Вниз, да, надо? Вот так. Ну, 20 тысяч. И все, как бы. Все, смотрю налево, стреляю вправо. Ну, в принципе, чего я хотел? Он же даже и получается, в принципе, на изи. У него мало хп, его убиваешь, получаешь призывалку, тупо оглушаешь, забираешь. Наверное, это все-таки такой фармер камня, вооруженный, так скажем. Ну, с прикольным внешним видом. Ладно, друзья, на этом я сегодняшнюю серию закончу. Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Встретимся в следующей серии. Всем пока.